Добрый вечер, с вами снова я и фильм «На вечер». Возрастное ограничение 18+. Эпиграф от меня к этому киношедевру будет таким. Давайте танцевать танго на крови. Главная тема фильма – наказание преступника, избежавшего наказания в лице законного правосудия. Из актеров, задействованных в фильме, мне понравилась лишь актриса Лора Брук, сыгравшая роль медсестры. Среди прочих персонажей она единственная, кто выглядит вменяемым человеком. В остальных ролях были задействованы такие, как «Хуй знает кто» и «Зовут их никак». События в фильме начинают разворачиваться с неприятного эпизода для главной героини, медсестры по специальности. Когда женщина вошла в свой дом после рабочей смены, она увидела ужасающую картину. На ее кухне с окровавленной головой лежит мужчина. Следовавшие за этим события показались медсестре страшным сном, какого и врагу не пожелаешь. Хотя нет, пожелаешь именно врагу или долбоебу соседу, который всю жизнь делает ремонт, гандон. Если у вас, дорогие друзья, появится желание насладиться кошмарами, выпавшими на долю медсестры, то садитесь и смотрите фильм, чтобы разделить с ней адреналин. Но при этом учтите, что фильм кровавый. Кровь ради крови. Сцены единоборств, поставленных в фильме, заслуживают вашего внимания. А вот несчастный револьвер, принадлежавший главному герою, как минимум 4 раза выпадал из его рук. Даже не смешно, блять. Фильм мне понравился по всем параметрам, поэтому рекомендовать его к просмотру буду. С вами был я, Калигула. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.